Всех приветствую в нашем автосалоне столицы. Сегодня у нас на обзоре такая вот симпатичная Lada Granta в кузове седан в очень красивом синем цвете. Автомобиль 2022 года выпуска. У него всего лишь один владелец. Кузов полностью в заводском окрасе. Здесь уже установлен обновленный 8-клапанный двигатель на 90 лошадиных сил. Сейчас я вам покажу салон. Салон автомобиля также в состоянии нового. Сиденья у нас чистые, опрятные, пластик без каких-либо повреждений, потертостей. В передней части автомобиля у нас также все в идеальном состоянии, как сиденье, так и пластик. Здесь даже установлена еще пленка на магнитоле. Все как новое, все кнопки без потертостей. В комплектацию автомобиля у нас входит штатная мультимедиа с Bluetooth. Также обогревы передних сидений, подстаканники, коробка у нас пятиступенчатая механика. Также допом идет у нас сигнализация с автозапуском. Два стеклоподъемника, электрозеркала. Сейчас у нас двигатель запущен, работает идеально ровно, без посторонних шумов. Никаких ошибок у нас нет. Пробег у автомобиля всего 16 тысяч километров. А если вас заинтересовал этот практичный, можно сказать, новый автомобиль, к тому же еще в красивом цвете, приезжайте к нам в автосалон столица, он находится на Песочной 48, записывайтесь на тест-драйв. Всю информацию по данному автомобилю вы можете найти в объявлении, его можно приобрести по системе трейдинг, кредит, либо за наличный расчет. А на этом я с вами прощаюсь, всем хорошего настроения, до свидания.